Уважение к матери – основа традиционных ценностей нашего государства. Об этом заявил на награждении выдающихся семей региона губернатор Рязанской области Павел Малков. Он также отметил, что поддержка институтов материнства и детства – приоритет государственной и региональной политики. Здесь, в этом зале, присутствуют женщины, которые могут служить примером для всех остальных, для окружающих. Ваши дети растут достойными людьми. И, конечно, это ваша главная, основная заслуга. Воспитание подрастающего поколения – это такой очень непростой, нелегкий, ответственный труд. Я бы даже сказал, героический труд, когда речь идет о многодетных семьях. Духовные и культурные ценности – база воспитания в многодетных семьях. Родители вкладывают всю свою безусловную любовь в подрастающее поколение, поддерживая всестороннее развитие своих детей. 2024 станет годом семьи. Об этом на днях заявил глава нашего государства Владимир Путин. Такая новость – настоящий подарок ко Дню матери. Это будет огромное движение для воплощения каких-то определенных целей. Я считаю, что сейчас существует очень много мер поддержки, поэтому мамам желаю не бояться обзаводиться огромными семьями, ведь дети – это наше будущее, за которое мы всегда будем переживать, болеть. Конечно, это очень важно, потому что все начинается с семьи. Это очень верный и грамотный шаг правительства. Поддержка семьи – это залог успеха нашего будущего. Потому что человеческий капитал имеет огромную роль не только для счастья народа, но и вообще для страны в целом. Всего в этот день наградили 13 рязанских семей. Им вручили почетные знаки «Родительская доблесть», «За веру и добродетель», а также премию Рязанской области признания. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».